Село Карамышево называется? Да, село Карамышево. Или это деревня Карамышево? Ну, деревня, скорее всего. Деревня. В этой деревне, значит, находится вот такая достопримечательность. Церковь. Церковь. Как она называется? Ну, ты знаешь, как она называется? Нет. Честно сказать, я не знаю, как заледенело все. Здесь это было написано. И вот недавно они повесили вот такую панель плазменную, очень эффектно смотрится. Вот, название Карамышево. Карамышево. Свет Христов посвящение. А, вот написано. Храм святого праведного Иоанна Кронштадтского. Очень интересная, красивая церковь, необычная. Всегда здесь очень ухоженная. Да, и музыка здесь прям слышна на улице, когда всегда проходишь мимо. Она. Всегда она. Молитвы всегда на улице играют, слышно. Очень ухоженная, и двор очень ухоженный. Здесь дворовая вот эта вот территория очень ухоженная у этой церкви. Вот это вот такой. Фонтанчики здесь вот летом. А вот это Николай. Христос. Иисус Христос. Такая вот интересная деревня. Красивая деревня. Красивая, да. Зимний пейзаж. Ездят автобус. Водитель спит, если что. Сдала водителя. У него тихий час, как мусор раз не обед. Уводят, ты? Нет, мусор вывезли. Молодцы, тут, ну, немножко все поломано, но ничего. Время обеденное, водителя рейсового автобуса тихий час. Все как по трудовому. По изданию ходят. По трудовому кодексу положен тихий час. Мы сейчас направляемся на железнодорожные пути, чтобы перейти на ту сторону деревни. Да. На ту сторону. Нельзя, конечно, наверное, ходить через железные дороги. Ну, да? Все ходят. Ну, тут даже мостик предусмотрен для этих целей, поэтому. Дома вот такие интересные. На несколько семей так видно, что они старинные. Вот остановка. Это поезда. Вот такой вот мостик через железные пути. Поэтому, наверное, здесь можно ходить. Вот туда вот так вот уходит дорожка. И вот туда уходит дорожка. В общем, красота. Мы переходим железные дороги и попадаем на другую сторону деревни. Лают собачки. Здесь вот тоже вот такие дома, какие-то бараки на несколько семей, покосившиеся. Молодец. Такие вот покосившиеся туалеты. К это, наверное, остатки от Ж. Мои Ж. Там вот пилорама вдалеке, вот там видна, современная довольно-таки. Мы пришли